Друзья, всем привет. Приехал сегодня на рыбалочку. Сейчас без 15:06 утра. Ну, мы уже лодочку собрали. Сейчас прогреем двигатель и поедем сначала обкидывать ямку. Люди тоже собираются. Там еще темно, солнышко не встает. Но будем пробовать, что сегодня получится. Посмотрим. Поехали. Ну что, друзья? Добрался я до ямки, тут коряжничек, рыбаков на воде очень много, но будем пытать свое счастье. Поехали. Ну что, уже 40 минут кидаю и тишина. Сейчас поставил китейч, попробуем на него. Вроде бы судак эту резину любит. Рыбаки плавают, подплывают рядом. Видят, что чайк ловит, думают, что тут рыба есть. Вот вон они за ветками сидят. Но мы будем пробовать. Пробуем. Пока подбираем приманки. На что он отзовется, судачок. Было два маленьких тычка. И все. Сейчас я хочу поставить такую кракозябру. Вот. Ловили на вот это. А поставим вот такое вот чудо. Может, что-то на него будет клевать. Ну что, друзья, пока пьем кофе. Поклевок нет. Большая влажность. Все как в России, или мокрое, все, вся лодка мокрая. Ну, пока будем пить кофе. Там посмотрим. Вот, ребята, два красавца стояли. Прямо напротив меня, где я забрасываю. Попросил, ребята, не стойте здесь, ну могу и в лоб попасть силиконом или грузиком. Нет. Стояли, но ничего страшного. Поймал одного судачка. Вот. Но я его специально так выводил очень тихо, чтобы они не видели, что здесь клюет рыбка. И на какую приманку. Они наконец-таки уплыли отсюда. Но сюда подплыли еще двое. То есть меня окружают. Судачка покажу чуть-чуть попозже. Чтоб и эти товарищи не видели. Ну, продолжаем. Минус уже третья приманка. Тут какой-то нехороший человек поставил сетку. И походу она уже старая. Я тоже только плаваю и мучаюсь. Не, ну блин, ну не дает нормально порыбачить. Приплыл еще, живца катает. Тут как медом намазанным, что ли. Одни уплыли, другие приплыли. Я не знаю, что за люди.
Видите, друзья, опять напротив меня сел. Люди какие-то, я не знаю. Куда мне бросать спиннинг? В лоб ему. Ему пофигу, он живца катает. Первого отца не хочется. Вот. Уплыл, друзья. Заколебали тут. Туда-сюда, туда-сюда. Сел, никого не трогай. Один приплыл, второй приплыл. Сколько ж можно? Ну, рыбка пока молчит. Но мы не сдаемся. Ребята, что-то цепанул. А поднять не могу. Давит вниз. На падение взял. Воблер, вернее, этот силикон дайва. О, он пошел. Наверное, сом. Что-то крепкое такое взяло. Куда меня уносит? Мне не нужно, чтобы меня видели. Ну что-то взяло хорошее. Хорошее что-то взяло. Коряги еще. Да. Друзья, это хороший судак. Замечательный. Я даже не знаю, сколько он весит. Но очень хороший. Вот. Силикон дайв. Дайва, силикон. Я такой красавец. Фух, ребята, эмоции зашкаливают. Такой красавец. Я в шоке. Вот силикон. Мой любимый дайвер. Кинул его под этот кустик. Там ямка. И буквально один оборот катушки чувствует тяжесть. И давит вниз конкретно. Не хотел показывать, потому что здесь опять плавают на лодках. Тут, тут. Не хотел, чтобы видели. И тут за кустом стоят тоже. Ну, судачок приличный, это уже второй. Будем пробовать дальше. Вот эти лодочники, они мне здесь не нужны. Ладно. Фух, ну красавица, аж руки дрожат. Вот, ребята, поставил такую крокозябру. Это тоже дайва. Такая креветка. Будем пытаться на нее ловить. А до этого стоял силикон тоже фирмы Dive, вот, на который было поймано два судака. Вот он, Днепро-свинец, 20 грамм. И такой вот силикончик.
Ну, поклевки пока прекратились, скажем так, они и не начинались. Первый судак взял в 9 часов и второй в 12. Но взял с такой поклевкой, что, честно, я думал, сом. Сейчас попробуем покидать на такую кракозябру. Может, что-то и получится. Если нет, поплывем ловить щучку. Потому что тут на лодках уже просто задолбали. Туда-сюда не дают нормально ловить. Ладно, поехали. Ну что, друзья, будем сматывать удочки. Рыбка не клюет. Ни щучка, ни окунь, ни судак. Сегодня было поймано 2 судачка. Один взял в 9 часов утра, второй в 12. Ну, в принципе, судачки, я считаю, неплохие. Вот мой улов сегодняшний. Такие вот красавцы. Были пойманы на силикон дайва. Такие хорошие. Ну, надеюсь, завтра повезет. Хотя на завтра обещали дождь. Вот. Ну, а там посмотрим, что будет. Может, из-за этого сегодня щучка не клюет. Потому что завтра дождь будет. Не знаю. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. До новых встреч. Всем пока.